И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Pixel Cut Play. И сегодня мы будем открывать контейнеры в танках онлайн. Да-да, вы не ослышались, контейнеры. На праздничных, безумных выходных я набил 500 киллов, ну чуть больше, 517. И получил 5 контейнеров. Так. И сейчас мы будем их открывать. В контейнерах есть всякие прибамбасы, например, припасы там, рекомплект, защита, урон, ускорение и минки, и батарейки, ну и голды. Рекомплект падает редко, это зеленый цвет. Вот эти четыре припаса нередкие, это белый цвет, простой белый. Голд тоже редкий, ну и батарейки зеленый, а это зеленый и синий цвет. Из пушек может выпасть XT пушка. Так, она есть вот у Грома, Вулкана и так далее, но это вообще красный цвет. Ну и также у танка. У низа танка. Ну и, конечно же, тут выпадают краски и кристаллы. Краски, они довольно-таки редкие выпадают. Может, вообще прям супер редкая выпасть, которая невозможно не купить. Нет в магазине за кристаллы, не в обычном магазине. Вот сейчас. Сейчас я вам покажу все. Вот. Видите? Ой, фу ты, блин. Вот краски. Блич, ванадий, пижама, домино, акварель, мята, потом янтарь, стейк, нейрон, лунный грунт, плайм, коррозия, Скандинавия, засуха, клубника, арахнит, жидкий металл, барбершоп. А, ну еще может быть прем выпасть. Да-да, прем. Ну и все. Показала. Все. Так, ну начнем открывать. Так, открыть. Тут можно открыть по 1, по 5 и по 15. Но по 15 у меня только 5. Поэтому будем лучше открывать по 1. Надеюсь, что нам хочется. О, зеленый! 100 всех припасов! Это же вообще охренительно! Всех! Смотрите! Это 100 аптечек! А 100 аптечек, смотрите! Это 15 тысяч кристаллов. Потом вот это, вот это, вот это. Ну, это, проще говоря, стоит 35 тысяч рублей. Но если в магазине купить, то он со скидкой идет, и поэтому 17 500. Офигительно, это очень много. Так, следующий контейнер открываем, и это белый цвет. 500 кристаллов. Еще нормально на новый аккаунт. Да, я создал новый аккаунт, потому что мне тут заблокировали по какой-то причине. А, ничего страшного. И тут лучше выпал голд. Так, еще один. Да ладно. Хоть бы краска или голдики. Голд, 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 голд. Двойной урон. Да. Только припасы выпали. Заметили? Во-первых. А, нет. Еще кристаллы. 100 минок выпало, это 10 тысяч кристаллов по минкам. Так, 15 тысяч кристаллов, 20, 25, 30 и 15. Мне выпало 45 тысяч кри, если бы они мне выпали. Но выпало это все в них. Ну и поэтому, чтобы видеоролик был не так уж короткий, а я не планировала его делать короткий, мы
будем играть в новый режим под названием Джиггернаут. Да-да, правильно. И я не зря докачался до звания сержант, потому что только с него открывается Джиггернаут. И мы постараемся его убить. Это супер пушка, которая вообще... И супер танк, который вообще нереально убить. Вообще. Что бы вы ни делали, как вы ни делали, нереально. Так, вот он помечен. Вот он. Да. Ну, как всегда, он меня лагает. Так, сейчас постараемся его убить. Ну, ладно, просто игроков будем убивать. Ну ладно, что, игроков не будет. Мы просто его убили. Офигительно. А вот его кто убил. Ах ты гад. На меня нацелился, да? Да, вот он. В премке, кстати. Заметьте. Он что, залагал? Ого. Ну, и сейчас мы будем использовать нару. Эй, тут нару можно использовать. Эй. О, what the fuck? What the fuck? Эй, эй. Ах, кто меня убил? Кто меня убил? Рельса. А, нет, кстати. Если он... Мой ник донатим 0 рублей. Ох, нифига, он что, им покашен? Да нет. Кстати, если что, я купил немного резистов. Резисты, вот. Защита. Отминок и фреза купил. Так, сейчас оденем пушку Страйкер. Да, вот она. И попытаемся подстрелить. Страйкер... Нормальная пушка, если для этого используется против него. Потому что дамага сносит много, но главное нацелиться. А, давай на тройку. На четверку нажал. Найс. Давай. Троечка. Инсейн. Да, навелся. 4000. А, как? Сейчас я настрою немножко. Godlike. Так, аккаунт. Управление. А, блин. Тут один, тут. Somebody make it stop. И 5. Все. Теперь я могу просто сюда нажимать правой рукой. Вот, видите, это пипец, как он убивает всех. У него рельса М4. А тут не показывается то, что... У него показывается свой скин и пушка. Ой. Свой танк и пушка. Не показывается то, что у тебя Джиггернаут, так сказать, есть. Ты офигел? Пока. Не убивай других. Не убивай одного, убьют тебя. А, какой-то хрень сказал. Так. Ух! Вот, видели, что он со мной может сделать? Пипец. Это у него функция звездочки. Что-то мне лагает. Ну, наверное, из-за того, что я снимаю. Ой, блин, тут же Джиггернаута надо убить. Джиггернаута. Понимаю, нервные вот эти были на безумных выходных. Ну сейчас-то чё быть нервными? А, вот я не понимаю людей этих. Ну блин. Только посмей меня убить. Я тебя помню.
предупредительный выстрел был. А ты что, хочешь меня задеть, да? Не получится, братан. Вот все. Так, ну сейчас мы можем по фулу нарить, это вообще жестко хорошо. А вон он джип. Эй, ты меня отсюда стреляй. Ха. Да вот у меня нет на рыбе. Так стреляешь. Да вот у меня рядом, я не на рыбе. Ага, тебе прицел. Что вы такие злые люди-то? Злые. Хотя бы не смока. Да, хотя бы не смока. Блин, а вообще читак. Даже шучу, не читак. Нормальный чел. Просто очень хорошо умеет играть. На этой пушке и корпусе. Все, нацелился. Ты должен страйки. Блин, убил. Так бы с двойным уроном его прошелся. Когда убиваешь, у тебя же, ну, по типу ничего нету. Да. Видите, 78 кило на изичах. На изичах. Не можем никак страйкера убить. Так, вот, я в него выстрелил. Так. В них. Это что, на меня? Дурак. Сейчас тебя уйду спокойно. Нет, нет проблем. Без проблем. Уйти. Ох, видали, какой он урон мне проносит. Кто-то там матерится, ругается. Ну, конечно, если тебя бьют, то посмеет. Ну все, он выиграл. Вот, видите? Опа, 100 к 1, пипец. Ну и что ж, дорогие друзья, хочу сказать, вышел неплохой такой выпуск за несколько месяцев. Ну да, на каникулах. Потому что я играю целыми днями, но не в танки онлайн. Да. Да. Жаль то, что не выпал Джаггер. Ой, фу ты, Джаггер. Это. Нормальная краска. А лучше кристаллов так миллион за красную. Никакие вооружения вообще не принципиально. Мне главное кристаллы. За кристаллы можно все хорошо прокачать. Кстати, пока я не играл, тут пофиксили фриз. То, что он нагибает так, получше М1, получше М2. Ой, фу ты. Ну, почти как М2 нагибает. А если М4, ну, там прокачать до М4, нагибает вообще. Можете валить. Зря такую обнову сделали.
Фриз, во-первых, он очень сильный из-за своей качества заморозки. Если он замораживает, то все, ты не повернешься. Да, ты будешь медленно-медленно поворачиваться. Поэтому, ну зачем? Фриз и так нормальный был. Зачем его было так фиксить? Так плохо фиксить. Вот зачем. Ну что ж, дорогие друзья. Я хочу вам, если вы здесь впервые, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.